расширит линейку Патриот за счет новой модификации 3170. Про абсолютно новую модель речь пока не идет. Однако УАЗ 3170 будет заметно отличаться от обычного Патриота, как внешне, так и в плане оснащения. Автомобиль получит полностью новое оформление передней части, которое, вероятно, будет выглядеть более агрессивно. Наверняка дизайнеры УАЗ освежат и корму, однако эти изменения будут не столь радикальны. Даже базовые версии новой модели будут иметь насыщенную комплектацию, о конкретных опциях информации пока нет, однако, вероятно, в их число войдет перспективная система Vision ADAS, способная распознавать дорожные знаки и сигнализировать водителю о резком перестроении. УАЗ 3170 также может получить новый мотор с улучшенными характеристиками и меньшим рабочим объемом. Инженеры компании ведут работу над новым мотором, который пройдет через процедуру даунсайзинга и, несмотря на меньший рабочий объем, будет мощнее в нынешнего двигателя. Появление такого движка на серийных моделях можно ожидать не ранее, чем через год-два. В перспективе внедорожник может обзавестись и автоматической коробкой передач. Однако пока говорить о конкретных сроках не приходится. Отсутствие автомата отечественного производства, скачки курса рубля не позволяет устанавливать зарубежные АКПП. Что касается наиболее очевидных новшеств, это новые 18-дюймовые колесные диски с алмазной обработкой, а также пара новых вариантов окраски. Темно-серая и коричневая, дополнившие цветовую гамму Патриот. В остальном автомобиль остался самим собой, в меру брутальным, проходимым и достаточно актуальным с точки зрения дизайна, за что стоит благодарить современную светотехнику со светодиодными ходовыми огнями. Интереснее стал и салон, в котором появилась новая обивка дверных карт, скрывающая внутренние уплотнители стекол, двухцветовая отделка сидений с прострочкой. На заднем ряду появился подлокотник с интегрированной парой подстаканников. Новые высокочастотные динамики, установленные в передней части салона и среднечастотные интегрированные задние двери позволили улучшить звучание штатной мультимедийной системы, ежедневную езду и обслуживание автомобиля облегчили новые бескаркасные дворники и пневмоупоры капота, будут доступны в наиболее оснащенных и дорогих версиях. Продажи такого автомобиля стартуют в конце августа по цене от 699 тысяч рублей. Несмотря на кризис, реализация внедорожников УАЗ в период с января по июль текущего года выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также новый УАЗ Патриот получил обновленную эмблему.